Всем привет, вы на канале, и сегодня грустная новость. Сегодня вечером я зашла в комнату и видела, что мой сомик вот тут вот выпрыгнул и почти не дышал. Вот он сейчас вот тут лежит. Она дышит. Но она лежит пузиком вверх. Я ее убрала от всех, потому что другие рыбки ее немножко кусали. И мне было такое, когда Нёчек умер, и у него все пузико было как бы съедено. Скорее всего, рыбки. Ну ладно. Как бы я думаю, что она живет. Мне ее, конечно, жалко. Воду я от аквариума, как вы можете заметить, вот где-то вот столько убрала, чтобы никто не смог выпрыгнуть, потому что если, например, вот тут вот вода, тут, да, рыбка может, например, поплыть и просто выпрыгнуть, а тут она как бы не сможет выпрыгнуть. Вон там все мои рыбки остальные. И как бы, конечно, я за нее переживаю. Давайте мы ее покормим. Сейчас я ее покормлю. Пути-пути. Смотри, как она тогда выглядит, как бы так. Ну-ка, на нее давайте еще присыпем. Там у меня чашечка стоит. И еще немножко вот сюда прям. Ее, может быть, она и покушает. Ну, этих тоже надо покормить как бы, да. Их покормила вот такой вот долечкой. Она и для черепах, и для рыбок тоже ее можно давать. Так она расплывается и падает. И как бы если я кушаю, не знаю, почему они такие голодные, я их кормила как бы. Это улитка. Не повезло ей. О, вторая пришла. И где наша? Вот наш мальчик. Иди кушать. А то худенький такой. Я знаю, очень худенький, худой. Если почему не кушает. Ну, как бы так думаю, и нормально. Ну, и еще, скорее всего, одну дам, и все. На этом хватит. Нет, все, я им больше не буду давать, чтобы их не перекормить. Всем пока, и встретимся в новых роликах моего канала.